Из года в год количество участников программы «Собери портфель пятерок» растет. Увлеченные учебой школьники активно в нее включаются. Если в прошлый раз до финала дошли около 170 участников, то в этом году их количество заметно увеличилось. Портфель пятерок по итогам учебного года собрали 232 человека. Ученики 7-10 классов, лицеев, гимназии и общеобразовательных школ. Кто-то из вас круглые отличники, кто-то имеет пятерки по профилирующим предметам и не ниже четверки по остальным. Для нас это крайне важно, потому что вы наши золотоносные, вы наш будущий золотой фонд, вы наши будущие медалисты и гордость Сарова. Среди тех, кто получил заветную награду, ученица гимназии номер 2 Анастасия Конкина. С первого класса она учится на одни пятерки. В этом году, перейдя в 7 класс, смогла присоединиться к программе и получить награду за свои успехи. Учиться на пятерке – это сложно, но меня это стимулирует, потому что в будущем я хочу поступить в хороший институт, и для меня это, ну, мне это надо. В этот вечер вместе с отличниками на сцену поднимались и их родители. Именно они внесли большой вклад в успешную учебу школьников, доказав детям, что сегодня пятерка – это не только оценка уровня знаний, но и показатель целеустремленности. Умение учиться – это очень важная компетенция в современном мире, которая очень быстро меняется, технологии меняются. Это важная компетенция, которая также нужна, как современные цифровые компетенции, как знания родного иностранных языков. Школьники, победители программы, получили медали и дипломы за успешное окончание учебного года с полным портфелем пятерок. А их родителям вручили подарок и открытки с благодарностью от директора ядерного центра за достижение в воспитании детей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.